Христос воскрес. Православные встретили один из главных христианских праздников – Пасху. В этом году из-за пандемии коронавируса во всех храмах служба проходила за закрытыми дверями, в режиме прямой трансляции, либо на свежем воздухе с соблюдением необходимых предписаний. Служба прошла и в Северском храме святителя Спиридона Тримифунского. Верующие, соблюдая дистанцию, расположились на прихрамовой территории, чтобы разделить с другими радость праздника. Ситуация с коронавирусной инфекцией внесла коррективы и в само пасхальное богослужение. В этом году не было обряда причастия. Несмотря на холод, прихожане выстояли всю службу.